На автодроме студенты меняют колеса быстрее, чем в автосервисе. Как на Формуле-1. Ну, ладно, почти как на Формуле. Но медлить действительно нельзя, этап идет на время. При этом, абы как колесо поставить, выйдет себе дороже. Судьи, они же сотрудники ГИБДД, оценивают в том числе и сноровку. Поэтому и сплелись на автодроме воедино техника и скорость. И это только один из этапов регионального конкурса по автомногоборью. Этот конкурс предполагает несколько испытаний. Самое главное – это, конечно же, хорошее знание правил дорожного движения, оказание первой медицинской помощи, а также фигурное вождение автомобиля и замена колеса. Кстати, всем ребятам еще нет 18, соответственно, нет и водительского удостоверения. Однако все этапы орешки они щелкают не хуже, чем опытные водители, говорят инспекторы. И на каждом судьи все так же оценивают технику и время. Даже при сдаче тестового экзамена по билетам. Знание ПДД – основа, без которой не то что на дорогу, на автодром не выпустят. Поэтому юношам и девушкам важно знать и теорию, и практику. Были и творческие конкурсы, баллы давали и за них. Однако упор все равно шел именно на знания. Победителями уже не первый год стали студенты автотранспортного техникума, как в командном, так и в личном зачете. Победителем не только призы и кубки. В сентябре команда поедет на всероссийские соревнования по автомногоборью. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».